Около 2000 нарушений градостроительного законодательства выявила прокуратура республики. По 582 из них контрольно-надзорный орган выдвинул протест, направил в суд 4 исковых заявления, а также внес 139 представлений. Так, прокурорские проверки вскрыли нарушения в деятельности госжилнадзора. Установлено, что ведомство выдавало заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации без полного завершения работ по ним. В результате 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, Управление госэкспертизы республики выдало положительное заключение проектам, не соответствующим требованиям технических регламентов. Заключения о достоверности сметной стоимости объектов выдавались по документам с завышенным объемом работ. Прокуроры также выявляли нарушения при выдаче градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство, ввода объектов в эксплуатацию. По итогам проверок 75 должностных лиц наказано в дисциплинарном порядке, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 54 лица, объявлено 6 предостережений, организовано 3 доследственные проверки.